Здравия желаю, уважаемые подписчики и зрители. Значит, сегодня испытываем импульсный разрядник, зарядник, вернее. Видите, работает импульсный. Значит, мощность его 12 вольт 1 ампер, если по этими амперами. Для чего он предназначен? Заряжаю им 5 ионисторов, каждый по 500 фарад. То есть это очень большая емкость. Значит, 1 фарад равен 1 фарад. Так, чему равен? Один фарад равен, значит, 13 радиусам Солнца. То есть вот это вот один фарад, тут 500. 500 на 13, тут 6000 радиусов Солнца. Вот один фарад. Такова емкость. А тут их 5. Последовательно. То есть тут получается 13 радиусов Солнца, значит. То есть 710 микрофарад, это, значит, радиус Земли. Радиус Земли. Шар, емкость шара размером с Землю. А здесь 500, ну, в общем, в одном 500 земель. В одном этом 500 земель, а тут 5. 500 на 5, 2,5 емкость, 2, то есть страшная емкость. Страшно огромная емкость. 2500, значит, емкости Земли. Так написано. Вот в Википедии так написано, видите? И заряжается, видите, довольно резво. В чем смысл? То, что зарядка идет бесплатно. Он, видите, ток не сматывает. Также проверяем амперметром. 0. То есть ток возвращается назад. То есть это БТГ страшной силы. 2500. Вот написано. 2500 емкость шара размером с Землю. Вот это вот. Это так рептилоиды пишут. Ну, конечно, они брешут. На самом деле, сейчас я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5 по 500 это будет вот как. 5 помножить на 500. 2500 фарад, значит, и на 2,7. На самом деле это 6750 ватт, то есть 6,7 киловатта, вот это вот 5 штук. Но опять-таки, в секунду, ребята, вот тут тоже может быть обман. Секунду. А это значит, что в час будет разделить на 3600. 2 ватта всего. Вот это 2 ватта. Но в секунду оно может дать 6,
6 киловатт, что можно использовать для запуска того же, допустим, БДК инерциоида мощного. Он за секунду на 6 киловатт его поднимет, разгонит, и тот будет минимум еще минуты 3 вертеться и выдавать ток. Поэтому это все-таки выгодная вещь. Вот такие вот новости. То есть вот эта штука очень, очень хороша для зарядки ионисторов. Так не потребляет ток, работает импульсами. То есть ток подается и назад. Остывает и назад. Спасибо за внимание. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и исполнения всех желаний.